Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Пора бы уже ввести штраф за опасное вождение. Понятие такое в ПДД давно есть, а конкретная сумма взыскания до сих пор не определена. За дело взялась группа депутатов Госдумы. Она предлагает наказывать любителей агрессивной езды штрафом в 5000 рублей. При повторном нарушении лихачу будет грозить штраф 10 тысяч, либо лишение прав на срок до 1 года. Инициатива оформлена в законопроект, который должно оценить правительство. Трасса 101. Наиболее полезной дополнительной функцией в автомобиле зимой россияне считают подогрев сидений. На втором месте обогрев лобового стекла, на третьем обогрев зеркал заднего вида. Исследование провел один из крупнейших сервисов по подбору авто. На противоположной чаше весов оказались дополнительные ходовые огни, рейлинги, коврик в багажнике и тонировка. Каждый четвертый автомобилист хотел бы приобретать практически голую машину и доукомплектовывать ее по мере необходимости. Трасса 101. Renault Logan третьего поколения появится в продаже в нашей стране летом 2022 года. Выпускать машину будут в Тольятти. Известно, что в линейку двигателей войдет 1-литровый бензиновый мотор мощностью 91 лошадиная сила. Прочие подробности пока не сообщаются. Сейчас цены на Logan, как указано на сайте производителя, начинаются с отметки 747 тысяч рублей. Трасса 101. Премиальный китайский семиместный внедорожник Exeed VX от компании Chery будет стоить в России минимум 3 миллиона 300 тысяч рублей. Автомобиль длиной 5 метров и шириной почти 2 метра комплектуется 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 лошадей. Трансмиссия – только 7-ступенчатый робот. В перечне опций, в частности, светодиодные фары, подогрев лобового стекла, дистанционный запуск двигателя. Добавлю, начальный ценник самого доступного кроссовера Chery в нашей стране Tiggo 4 1 миллион 140 тысяч рублей. Трасса 101. А компания Tesla неожиданно выпустила детский квадроцикл. Также неожиданно всю партию раскупили. Видимо, для подарков чадам на Рождество. Электрический квадрик и, правда, не для взрослых. Длина чуть более метра, ширина около 60 сантиметров. Максимальная скорость 16 километров в час. Запас хода от 20 до 30 километров. Новинка обошлась покупателям в сумму, эквивалентную 140 тысячам рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.